расходная часть 16 триллионов, доходная часть 13 триллионов 736, по-моему, миллиардов рублей. Дефицит 2 триллиона 360 миллиардов планируется покрыть за счет резервного фонда. Я считаю, что при такой расходной части бюджета решить социальные задачи, а не говоря уже о развитии экономическом нашего с вами государства, вообще говорить не приходится. Минимум на 3 триллиона надо добавлять расходную часть бюджета. Ведь у нас что наблюдается? Здравоохранение расходы уменьшается на 11%, на образование на 8%, на ЖКХ более чем на 40%. При этом доходы населения реально, вот по данным этого года, уже упали почти что на 6%, а цены на прилавках увеличились на 15-16%. Налоговое бремя простого нашего с вами населения увеличивается. Мы все начали получать счета на внесение денег с квадратного метра в фонд капитального строительства. Мы в несколько раз начали получать более высокие счета по налогам на недвижимость, которая сейчас привязывается к кадастровой стоимости, которая зачастую необъективно посчитана, ведь кадастровая стоимость у нас определяется коммерческими организациями. Вот. Но здесь масса манипуляций. Вот еще хотел один пример привести, касаемый строительства автодорог. Эти автодороги – это кровеносные артерии нашего государства. И от того, как они развиты, зависит и скорость оборачивания в экономике капитала. У нас, ну и протяженность их, конечно, ничтожно мала. И качество желает намного желать лучшего. Был госсовет, на котором было принято решение удвоить темпы строительства дорог. По факту, при таком финансировании, которое сейчас происходит, ни о каком удвоении и речи быть не может. Ну и так, в общем-то, во всем. Я мог бы приводить массу примеров. Мы рассматривали проект бюджета на заседании комитета. Заключение комитет дал критическое. И что самое важное, что хотелось бы отметить, представители Минфина не извлекают никаких выводов из той критики, которая постоянно звучит. Мы из года в год им говорим, что бюджет страны – это должен быть бюджет развития, это не должен быть бюджет стагнации. Ну, по факту, вот они из года в год приносят пустые цифры, доходные, расходные, и по возможности максимум изъять, стерилизовать в фондах, мотивируя это тем, чтобы не раздуть инфляцию. В общем, очень много вопросов, с которыми предстоит работать. Однозначно, данный бюджет мы поддержать не можем.